Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Music, и сегодня мы с вами послушаем Джей Ло «Цветы смерти», production by Джей Ло и Ли Шеф. Так, Ли Шеф, знакомый очень ник, из Three Hearts, я понял, из Three Hearts и продел Джей Ло нахуй все, что можно. Круто. В общем, это новенький трачок Джей Ло, который набрал у нас 23% в телеграм-канале, что на самом деле, ну, дохуя, по правде говоря, это дохуя. Если вы хотите, чтобы Джей Ло или ваши любимые другие артисты появлялись чаще на канале, то ссылочка в описании на Телеграм. Каждую пятницу у нас голосование. Голосуйте за любимых артистов и не забывайте про Твич. На Твиче мы с ребятами слушаем музыку, реакции делаем. А еще посмотрите, что эти фрики, блядь, безумные пишут. Хуйло. Три просто ёбнутых человека. Респект вам. Молодцы, ребят. Продолжайте. В том же духе. Вот. На самом деле, Джей Ло в последнее время очень активный, да, то есть в начале года альбом, потом епишку, сейчас трек, дальше что, блядь, сниппет еще закинет? Охуеть можно. Вот. Давайте слушать, что это такое, без лишних воебонов, «Цветы смерти». Ну, как будто по обложке, может быть, это что-то старое вперемешку с новым, хуй знает, что это такое, может быть, правда. Ну, вряд ли, конечно, Джей Ло от своих канонов будет отходить, но все возможно. Слушаем. Пока что... На одном дыхании слушайте трек, скажем так. В эти 1.47 он дохуя разнообразия впихнул. Во-первых, это типа как бы канон Джей Ло, да, припев. Но при этом в куплете как будто что-то новое есть. Полностью разный куплет, абсолютно. По инструменталу и по подаче тоже. Круто. Предприпев тоже имеется. Блять, это охуенно, мне очень зашло. Точно хуйло, хуйня трек. Это либо у бита такие высокие частоты, либо у вокала. Хуйня какая-то. Мне зашло. У него точно есть треки пизже, чем этот. Есть, но это пиздатый. Есть, конечно. Есть. Но это тоже крутой. Правда. Так, ладно, мы чуть-чуть с вами отвлеклись. Мне вот что писали, как минимум, сейчас. На одном дыхании? Ты же задохнешься так. Надо дышать, фрик. Он ли курс ник этого человека, если что, имейте в виду. Так, вот кому-то зашел. Короче, как вам трек? Как по мне, да, это не самый сильный трек Джей Ло. Я считаю, не самый сильный. Но при этом очень пиздатый. Реально. Здесь есть, во-первых, реально какая-то... перемешка старого и нового, то есть припев, и предпрепев это, по сути, тот же самый привычный Джей Ло с довольно крутой ритмикой и крутым продакшеном. А вот в куплете он показывает себя с разных сторон. И я бы не сказал, что это совсем прям старый Джей Ло, как будто, то есть реально это какое-то смещение немножечко, это очень прикольно, мне это нравится. Но как вам трек?
Вот как вам? Добавляем ли мы это в общий плейлист, как минимум, хочется как бы понимать. Как будто я бы добавил вообще без проблем. Это хороший трек, действительно. Вот. Меня прям разъебало. Вот один человек пишет, нет, остальные забили хуй. Ну, я как бы понимаю, да, дефолтная ситуация. Ну, пожалуйста, ответьте мне только нормально, блядь. Не понимаю, нормально мне. Ладно, я понял, нет, так нет, хорошо. Я понял, нет, так нет. Респект. Респект, да. Как-то так. Но, тем не менее, мне очень зашло. Буду ждать нового творчества Джей Ло. Он мне очень нравится, он мне очень симпатизирует. Надеюсь, что в дальнейшем будет больше таких треков, где он будет... Я не хочу, чтобы он, типа, вообще уходил от себя, прям пиздец. Вообще не хочу, потому что в этом его и уникальность, в этом его индивидуальность, и он этим очень круто узнаваем. Но при этом новое тоже что-то нужно пробовать. Я хочу, чтобы, ну... Он потихонечку тоже, да, из зоны комфорта, ну, иногда уходил, как, допустим, на альбоме, да, в пару треках он вообще ушел оттуда. Вот, это прикольно. Вот я хочу больше таких треков, да. Так что буду ждать. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанок Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.